Я всех приветствую на своем канале Infam at Infam, и с вами Лина. Наша новогодняя рождественская тема продолжается, и я бы хотела, конечно же, вам поднять настроение для тех, у кого еще не наступило вот предновогоднее, предрождественское такое вот чувство, мотивация. Сегодня я наряжала елку и хотела бы просто вставить отрывок, как я ее наряжала. Полное видео, как я ее вообще наряжаю, я делала в прошлом году, поэтому, кому интересно, пройдите по ссылке сюда. Я вам также покажу наш рождественский рынок, какие-то отрывки, и будем друг другу поднимать настроение. Сейчас я под елку еще положу подарки. Может, кому-то пригодится идея. Дело в том, что у нас елочка маленькая, а была бы она слишком низко бы вот так вот посидела. И у нас есть вот такая вот корзина для пикника, и мы просто ее поставили вместо подставки. Так что, если вдруг у вас будет такая же проблема, как у нас, то вот советую. На мой взгляд, плетеная корзина, она имеет такой очень красивый стиль. Видите, у нее какие-то вот побеления. Полка и вместе с корзиной смотрится очень даже неплохо. Тем более, что у нас еще здесь дерево, помните, из прошлого видео. И все вместе это сочетается очень даже неплохо. Ну вот, кладем подарочки. Я их уже принесла. Итак, первый подарок. Смотрите, какая звездочка, красиво-красиво украсили. О, зато тот, который поменьше, по-моему, он сюда подходит как раз. То, что надо, смотрите, тоже красиво. Так, ой, как я люблю, когда подарки заворачиваю в красивую бумагу, все так красиво выглядит. И теперь готовьте самый большой подарок. Я даже не знаю, по-моему, больше, чем наша елка, этот подарок. Куда его вообще поставить? Вот, кстати, издалека вроде бы лучше смотрится. Ну все, наши подарки мы уже положили. Осталось, кстати, еще пару подарков докупить, и мы уже будем полностью готовы. Получилась елочка. Сейчас приближусь, чтобы вам показать игрушки. Ну что ж, вы у меня в гостях побывали. Елку мы с вами нарядили. И теперь нам пора на рождественский базарчик. Вы, наверное, уже поняли, смотрите, на улице уже темно. Не знаю, как вы, а я обожаю вот эти вот всякие рождественские базарчики. Поднимают настроение перед Новым годом и Рождеством. И вот эти вот все огни, люди в совершенно другом настроении, расположении. Какие-то все очень добрые, веселые. Все встречаются с родителями, с друзьями. И вот это вот весь декабрь до Рождества немецкого, скажем, мы встречаемся тоже с друзьями, мы ходим одни, и что же мы там делаем? В основном мы пьем глинтвейн. И если мы, допустим, не поужинали, то можем еще съесть сосиску. Да, позволяю я себе время от времени такой штукой отравиться. Домой их не покупаю или вообще редко. Поэтому можно время от времени себе позволить. Вот. Много огней. На самом деле смотрится это еще красивее. Жалко, что вот слишком вот как-то ярко. Сама карусель. Детки там катаются. Ну, конечно, все располагает. Еще я в прошлый раз вам показывала, насколько мне нравится вот изделие из дерево для Рождества. Здесь вот целый стенд, и вы можете найти ну просто огромное количество всевозможных игрушек. Ну и, конечно, мы там кушаем жареный миндаль. Вы посмотрите, сколько сортов. Вы когда подходите к стенду, то у вас разбегаются глаза, и вы уже не знаете, чего вы хотите, потому что миндаль есть совсем чем душе угодно, и они вам его и смешивают, если вы хотите разные вкусы. В общем-то,
все-все-все возможно. Вот, я вам желаю ярких праздников, провести это время с друзьями, близкими, с семьей, хорошего настроения. Что ж, на этом было все. Видео подходит к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. А я вам желаю предновогоднего такого настроения, чтобы вы каждый день прочувствовали вот этот вот период предвкушения праздника, а в сам праздник, чтобы у вас было такое игривое настроение, как у шампанского. И говорю вам до следующей встречи в новых видео. Всех целую, всем пока!